Занятость населения – одна из главных задач. В городе Кунаев специалистами Центра карьеры совместно с представителями партии «Аманат», а также молодежным ресурсным центром Алматинской области была организована ярмарка вакансий, на которой представлены около 60 рабочих мест а от более чем 15 различных учреждений. Наш корреспондент расскажет подробнее. Ярмарка вакансий мероприятие, уже давно ставшее традиционным не только в областном центре, но и по всему региону. Как отмечают специалисты, целью ежемесячной акции является установление непрерывной связи между соискателями и потенциальными работодателями. И главное, как оказалось, сокращение количества безработных граждан. На очередной ярмарке вакансий 15 учреждений представили около 60 рабочих мест. Главное общаться с людьми, не стесняться задавать вопросы представителям соцучреждений и компаний, ведь они не меньше, чем вы заинтересованы в успешном исходе. Если вам действительно нужна работа, то на ярмарке мы сможем найти ее. По крайней мере, выбрать достойные позиции по перспективным рабочим профессиям и специальностям здесь более чем реально. Ахмарал Харашбекова одна из тех, кто узнала о проведении ярмарки вакансий и социальных сетей. Жительница Кунаева в поисках работы для сына. Я постоянно слежу в социальных сетях, в особенности в Инстаграм, за объявлениями об организации ярмарок вакансии. Сегодня мне было предложено несколько вариантов, среди которых выбрали работу в одной из агрокомпаний региона. Уверена, сын будет очень рад, тем более, что и график работы удобный. Сейчас записала все необходимые данные, обменялись контактными номерами. Думаю, что все будет хорошо. К слову, в Алматинской области проживает около 430 тысяч молодых людей, из них 37 тысячных находятся в категории НИД. В регионе разрабатываются различные проекты, направленные на снижение статистики этой малоактивной группы, уверяют специалисты Молодежного ресурсного центра с начала года в результате проведения ярмарок вакансий постоянной работы обеспечены порядка 637 граждан. свою первую в жизни работу нашли более 110 человек. по программе молодежной практики трудоустроено 118. по проекту Бастау Бизнес свыше 230 граждан различной категории. На сегодняшний день в областном центре имеется достаточное количество как вакансий, так, впрочем, и безработных граждан. По мнению организаторов, проведение ежемесячных ярмарок вакансии имеет наиболее продуктивный результат. Следует отметить, что в прошлом году в Центре карьеры при Центре трудовой мобильности Алма-Атинской области провели 92 подобных мероприятия. Было предложено около 11 тысяч рабочих мест. В ходе мероприятия консультации получили около 7,5 тысяч человек. В результате кстати, на постоянную работу трудоустроено более двух тысяч граждан. Жандос Назарбаев, Мерверт Кадрбай Хазабек, Жан Кенджибай, телеканал ЖТСУ, Алматинская область.